Итак, Джон, сейчас только один. Нет, только один человек охраняет дом. Что тебя беспокоит? Поли, ты знаешь, каково мне после смерти Марты. Сначала Бог забирает лучших. Дело в том, что дети бегают вокруг меня кругами, часами носятся босиком, с собаками. Дай ему 10 шиллингов на обувь. Это все, Джон? Томми, будь добр, не вмешивайся. К чему ты клонишь? К тому, что детям нужна мать. И поэтому я женюсь. А бедная девушка знает о твоих намерениях? Или ты собираешься ее огорошить? Я уже сделал предложение, и она сказала «да». Похоже, сейчас разорвется бомба. Это Лиззи Старк. Джон, Лиззи Старк – девушка выносливая. И я уверена, что клиентов она обслуживает как надо. Я не хочу слышать это слово. Понятно? Не произноси это слово. Какое слово, Джон? Ты знаешь, какое слово? Да, все вокруг это знают. И все могут идти в ад. Шлюха – это слово. Или проститутка – это лучше? Короче, имейте в виду, если кто-нибудь еще раз назовет ее шлюхой, я засуну ствол моего револьвера ему в глотку и вобью это слово в сердце. Почему мужики думают членом, а не головой? Джон, Лиззи Старк ни дня не проработала стоя. Она изменилась. Ясно? Люди меняются. Веру меняют, например. О, Лиззи Старк стала набожной, да? Нет, нет, не стала, но... Она любит меня. Послушай, Томми, я не буду ничего делать без твоего благословения. Но среди всех людей на свете, я хочу, чтобы именно ты считал это храбростью. Да, вот это храбрость. Храбрость значит сделать то, чего не делали другие. А с Лиззи Старк, Джон, такое определенно не получится. Послушай, Томми, прими ее в семью. Как человека с тяжелым прошлым. Мне нужен кто-нибудь. И детям нужен кто-нибудь. Томми, нас ограбили!